Всем привет-привет! Решила я тут полить свои орхидеи, и знаете, что увидела? Мой дорогой Паф решил выдать вот такую крокозябу. Три усика и три паруса. Обычно раз, два, два на два, а тут три на три. И нос необычный. Видите? Радиоактивный какой-то получился, как значок радиации. Такая вот. Не пойми, что у нас вылезло. Кстати, насчет первого самого цветоноса он остановился и пока ничего не собирается выдавать, пока он на тормозе. Но новая розетка в нем растет. Короче, хотела с вами поделиться вот таким вот чудом. Остальные цветочки все правильные. Вот такие новости. Ладно, всем пока, хорошего настроения.